В Боливии бастующие шахтеры забили насмерть взятого ими в заложники заместителя министра внутренних дел страны Рудольфа Ильянеса. Его гибель подтвердил глава МВД. Около сотни шахтеров арестовано, правительство обещает покарать виновных. Замминистр был захвачен шахтерами в городе Пандуро. Он отправился туда на переговоры с бастующими, чтобы попробовать убедить их освободить заблокированную автомагистраль. Уже оказавшись в заложниках, Рудольф Ильянес в интервью местной радиостанции сказал, что в обмен на его освобождение шахтеры требуют отмены нового трудового законодательства и освобождения своих задержанных полицией товарищей. Как сообщил глава радиостанции, шахтеры набросились на замминистра, когда узнали о гибели еще одного манифестанта. Акции протеста шахтеров продолжаются уже 2 недели. Ранее в стычках с полицией были убиты 2 протестующих.